спиной вперед, обратно бегом. Сразу и не поймешь, воспитанники какого спортивного направления сейчас в зале. Идет уже 20-я минута тренировки, а дети только бегают, прыгают, растягивают и разминают мышцы. Борцовки на ногах и специфическая разминка шейного отдела выдают борцов вольного стиля. Этот спорт производный от классической греко-римской борьбы. Только арсенал допустимых в схватке приемов более обширный. В греко-римской там, во-первых, приемы идут до пояса, а у нас можно проходы в ноги проходить, зацепы всякие, подножки, подсечки. В 18 веке в Англии, когда этот спорт только стал зарождаться, спортсменам и вовсе разрешали бить друг друга ногами. Современные правила поставили это под запрет. Однако специфика тренировок от этого не поменялась. Учеников специально загружают максимальным количеством упражнений перед схватками. Такая своеобразная норма ГТО уменьшает вероятность получения травмы. Уставшие воспитанники бороться в полную силу не могут. Это полностью идет общая физическая подготовка, развитие силы, выносливости, гибкости. В принципе, пластичность идет. Пластичность мышц идет. Такую тренировку выдерживают не все, поэтому особенно удивительно видеть в зале девушек. Анна Стафеева, она в кофте, увидела борьбу по телевизору, понравилось, решила попробовать на себе. Каково это? Ну, как сказать, тяжеловато все равно. Бороться, как бы, ну, не все схватываешь. Сейчас в спортивно-оздоровительном клубе «Планета» порядка 70 воспитанников от 10 до 18 лет. В этом году двое стали мастерами спорта. Было бы больше, но за уровнем школы Олимпийского резерва угнаться тяжело, говорит тренер. Трудности же во всяком виде спорта. У кого-то что-то не получается, все равно подсказываешь, как правильно делать. Главное, чтобы ребенок не расстраивался, не переживал. Все равно же со временем все получится.